Ну как привезли, вот добиваюсь. Михаил Петрович, Володя. Ого-го-го! Володя, как снаряды летят оттуда. А почему... А? Ты смотри, куда летят. Окна побьют. Ну я тихонько. Ужас какой. Да с такой силой летят. А ты говорил без этого. Я тихонечко. А? Я же еще тихонечко. А если со всей силы куда-нибудь вообще улетит? Ну понятно. Просто я заметил... Сколько здесь привезли? 5 тонн. Заметил, по льготам всегда вот возят вот такие. Вот зачем вот такие булыжники везти вам, пожилым людям? Ну, для того, чтобы скорее... Я вот на Урале жил в селе. У нас там бабушкам по льготам дрова возили. Привезут вот такие чурки, камлевые, крученые. Бабушкам главное. А хорошие отвозят тем, которые за деньги. Ну. Все. Это нам точно такие же булыжники. А если хорошо старикам делать, они еще год проживут. Нам вот этот частник Владимир-то возил, он всегда хороший уголь возил. А-а-а. Помните его? На массовой машинке. А кто платил за этот уголь? Не знаю, это Любовь Николаевна надо все узнавать. Это надо расспросить. Это... А Лена помогла Гладыщук привезти. Ну да. Это соседи тут дым. Сделали поликлинику. А был какой-то ночной кабаре, что ли. Хозяин умер. Ну вот так. Полез голубям. Вон оно что делается. Вот так в своем доме жить. Болеть не будешь. Давай-ка. Он пенсионер тоже. Не знаю. Все, пошел.